Всем привет! Решил записать видео замена задних тормозных трубок BMW E46. Значит, сверху нужно разобрать так, чтобы снять вот этот вот пластмассовую кожу. Вот он здесь стоит. Вот. Вот идут две задних трубки. Вот верхние они. Нижняя это перед, вот это перед, тоже вот это две, наверное, задние. Они идут в блок АБС. На одном штуцер М12, с этой стороны, со второй стороны М10 и с этой М10, чтобы не перепутать. Вот, нужно три тормозные трубки. Три тормозные трубки. Номера. Вот. ВП-308, это длинная трубка с штуцерами М10. Короткая трубка с переходника заднего до заднего правого колеса ВП-034, метр 20. И еще одна длинная. Еще одна длинная трубка. Получается, это вот это левая М12, М10, а это правая М10, М10. Так, что снизу нужно сделать? Снять глушитель. Ну, мы его просто отодвинули. Так, открутить бак вот здесь, вытащить вот эти штуки, тросы освободить, открутить гайку вот здесь, вот. Открутить салазку, вот эту салазку здесь. Теперь что у нас есть? У нас бак гуляет. Вот видите, показываю. Соединение по трубкам видно, не видно. Сейчас сфокусировать попробую. Вот. Вот там одно соединение. Второе соединение вон за трубкой, за проводом. Вон оно, видно? Вот оно, сфокусировалось. И здесь. Вот, это достается левой рукой, все откручивается. Вот эта часть к кузову прикручена. К ней вставлены две трубки, и вот эта штучка закручивается. Половина штук ломается, сразу закупите их. Вот здесь одна около бака. Ну, здесь все понятно, тут все снимается. Вот они пошли. Здесь снять пластину жесткости, снять вот это вот крепление, оно вот здесь стоит, высвободить трубки. Вот. Я еще здесь не до конца выщелкнул. Все, а они пошли наверх. Вот. Значит, что мы меняем? Две трубки, которые... Вот они приходят. Две длинных трубки. Одна сразу здесь на колесо. На левое. Сразу закупите шланг. И вот этот вот скобу. Правая трубка пошла. Вот она идет за рычагом. И около левой пружины вот этот переходник. М10, М10. Здесь человек заглушил трубку, потому что она дриснула по дороге. Вот. Дальше. Крепление над подрамником одно. Над подрамником второе. Вот трубка пошла. Уже сюда приходит. Вот она. Вот она. На это колесо. Все, то есть медные трубки. Медные трубки гнутся без проблем, аккуратно, не надо их 10 раз гнуть. Вот смотрите, одной рукой трубка гнется. Как вам надо, вы ее прикладываете. Два шланга, гайка переходная, о которой я говорил, вот номер, и две скобы на шланг. Все.
Времени это заняло примерно около 2 часов, чтобы это снять. Вдвоем на яме. Сейчас поменяем, я, возможно, допишу видео, а может и нет. Ну, принцип понятен. Видео в интернете мало, как подробно поменять. Так, ну что, открутить тормозной шланг от этой трубки без повреждений нереально. Почему? Потому что сама трубка закисает в штуцере. Скоба целая. В принципе, можно не покупать скобы. Смотрите сами. Один момент. Вот это очень хлипкая. Не отломайте, шланг тоже в ней закисает. Вот. Смотрите, я отломал трубку, а жидкость не течет. Чтобы жидкость не текла, нужно что сделать? Нажать педаль и упереть ее в сиденье. Все. Жидкость не будет уходить из главного тормозного цилиндра, потому что клапан подперт. И свободно можно менять. Единственное, что отключить аккумулятор, чтобы стопы не горели. Либо через 15 минут они потухнут. Все, сейчас перейдем ко второму колесу. Продолжим. Что, это левая трубка. Вот штуцер М12, М12. Вот она так загнута. Здесь я перекусил, здесь идет бак. Вот это над баком идет. И сюда заворачивается. И здесь шланг пошел. Сейчас медную будем ставить и гнуть по месту. Так, сняли правую трубку. Целиком удалось снять. С бака вытаскивается. Вот. По штуцерам. Вот это левая сторона, а вот это вот, вот он, М10, правая сторона. Тут все протянуто. Шланг стоит здесь вот так. Тут все вот примерно там протянуто, там, здесь. Около топливных. Ну, здесь в самом конце уже будем вешать правильно. Сейчас правую трубку поставим. Так, ну что, все поставлено. Трубки закручены. Справа это правая, слева левая. Здесь все проложено. Здесь все сделано. Ну, вот тут они уходят. За бак выходит здесь. Тут все соединяется красиво вот сюда. Вон этот переходник. Можно его будет подправить. Потом. Вон она идет. Вон крепление одно. Вот крепление второе. Вот здесь вот. Видно крепление. Третье. И сюда выходит. Все осталось прокачать. Здесь все закреплено. Все красиво. Вот так меняются трубки. Занимает день работы. Аккуратно и неспешно. Руки будут грязные. Так что не хотите возиться, отдавайте в сервис.